Как работает спецназ? Увлекательное занятие в училище милиции провели для школьников бойцы спецподразделения «Сокол» и правоохранители-кинологи. Задача – популяризовать службу в органах и развлечь ребят. Этим школьникам позавидовал бы каждый уважающий себя мужчина. На днях им представилась возможность понаблюдать за работой спецподразделения «Сокол» и сотрудников кинологического центра. И не только посмотреть, но и в своих руках подержать оружие настоящих спецназовцев. Дети смогли ознакомиться с задачами, которые выполняют эти подразделения. Также посмотреть экипировку сотрудников, вооружение этих подразделений и практическую деятельность, то, как они работают при задержании вооруженных и опасных преступников. На день открытых дверей пригласили учеников 5 школ, которые входят в молодежную полицейскую академию, созданную на базе училища. В них запорожские правоохранители наиболее активно ведут свою профориентационную работу. Например, в этих учебных заведениях созданы классы с углубленным изучением права. Впрочем, ничего лучше такой вот наглядной агитации не придумаешь, говорят ребята. Мы хотим получить от них знания и как можно больше приходить чаще в такие места. Ну и, как мы видим, можно даже по таким стопам и идти по их. Но я думаю, это хорошая профессия, может дальше, в дальнейшем пойду на нее даже. Профориентация дает свои плоды, уверены правоохранители. В нынешнем году 4 ученика из школ-партнеров поступили в вузы МВД.